за топ-100 самых влиятельных. За топ. За топ 100 и за топ. Марков, ты-то чё орёшь? Он тоже? У него весна. Топ-100 прекрасных женщин зацени. Топ-100 известны каждому. Они. Разно в лепсу превращается. Они красивы нереально, гиперсексуальны, ярче звезд они сияют, и на все влияют, их любят все и уважают. Но в том числе и Ксению Собчак. Они красивы нереально, гиперсексуальны, ярче звезд они сияют, и на все влияют, их любят все и уважают. В том числе и Ксению Собчак. Чак, чак, чак. Татарское блюдо. Топ-100, а Матвиенко круче всех. Эх, топ-100, какой неслыханный успех. А также список попадала Пугачева Алла, Ельцина Наина, Кандела Китина. В общем, список очень длинный. Ну, плюс, конечно, Ксения Собчак. А также список попадала Пугачева Алла, Ельцина Наина, Кандела Китина. В общем, список очень длинный. И плюс, конечно, Ксения Собчак. Ну, а как же иначе, да? Ксения Собчак. Поехали. Топ-100 и власть над всяким мужиком. О, топ-100 и вся страна под каблуком. Походу мы живем, ребята, век матриархата. Они диктуют, да влияют, нами управляют. Это бесит, да пугает. Особо Ксения Собчак. Они красивы нереально, гиперсексуальны, ярче звезд они сияют, и на все влияют, их любят все и уважают. А в том числе и Ксению Собчак. Нам все равно, а Собчак приятный.